Премьер-министр Республики Татарстан Халиков Ильдар Шавкатович, председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Водопьянова Татьяна Павловна, президент Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан, председатель Координационного совета объединений работодателей Республики Татарстан Лаврентьев Александр Петрович, подписывают соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан.